Как будут отмечать 500-летний юбилей знаменитого Тульского Кремля? Сегодня обсуждали на заседании Оргкомитета по подготовке к празднованию. Оно пройдет в 2020 году. К этому времени на территории каменной крепости воссоздадут атмосферу 16 века, чтобы показать гостям, как жили наши предки. Кроме того, в планах целая серия мероприятий. Фестивали, исторические реконструкции, открытые уроки и популярные среди молодежи квесты. Тульский Кремль – настоящее сердце города и одно из древнейших уцелевших творений русского крепостного зодчества. Был возведен по указу князя Василия III как южное укрепление московского государства в первой половине XVI века. Ежегодно его посещают сотни тысяч туристов. К юбилею главной достопримечательности преобразят и остальные исторические памятники. Приведение в порядок исторических памятников будет способствовать сохранению наследия для наших потомков. И, конечно, мы понимаем, что это новый импульс для привлечения туристического потенциала, туристических потоков. Мы предлагаем воссоздать исторический облик нашего Кремля, одного из 18 сохранившихся в России. В наших планах воссоздание на территории Кремля части древнего города с возможностью увидеть уклад, быт, традиции наших предков.